Всем привет, с вами Сырлад. Продолжение прохождения PS Rust с режиме Стальной Легендой. И учитывая, какое у меня плохое физическое состояние, игра будет очень сложной. Для меня, по крайней мере. Так, все замечательно вроде бы. Главное, что я в основе. А все уже... Остальное меня не сильно волнует. Так как я все-таки хочу уйти из этого клуба. И для меня главное все-таки, чтобы... Украина была на первом месте. Я постараюсь этого добиться. Так, первые игровые минуты не задались у меня. Снова пас никуда. Так, что офсайд? Обалдеть. Ну ладно, как-то это странно. Очень странно. Ой-ой-ой. Так, ребята, не сдавайтесь. Промазал. Отлично. Но скорость. Печально. Странно, конечно, что я не догнал мяч, так как... Хотя да, физическое состояние все-таки решает. Многое. Да. Корявый пас. Все идет, как говорится, через жопу. Действительно, по-другому не назвать. Снова в никуда. Не думаю, что кто-то мог бы достать до этого мяча. Не понял, как офсайд. Что за бред? Да. Ну ладно. Глупо. Протупил игрок. Так, давайте. Вперед. Только победа. Или хотя бы ничья. Не подведите, главное. А то как-то последний год, точнее, последний месяц года идет плохо. Очень плохо. У вас Осасуны. Тем более мы играем на поле соперника, на поле Севильи. И как-то немного отвлекает то, что болельщики кричат Севилья. Я даже до мяча не достал. Какой офсайд? Вот, блин, глупо это все. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Так. Ну, ребята, давайте, вперед, вперед. Можете не торопиться, но главное, хоть понемногу идите вперед. О, отлично. И пасы, чтобы у вас были, главное, не кривые. Все-таки. Давай, давай. Ох, ты ж. Красиво. Опасно. Но, к сожалению, мимо. Ну, не совсем, точнее, не мимо, но... В воротах, к сожалению, мяч не оказался. Ой-ой-ой. Подкаты сейчас будут. А, нет. Да, как-то немного грустно. Да, как-то странно. Немного... Телепортировался, даже можно так сказать, игрок, который получил мяч. Легко, может, быстро. Он среагировал при получении мяча, куда нужно бежать. Ну что ж вы так, ребята. Может, мне это тоже помогать уже. Я даже не знаю. Так, народ, кроем этого. Блин, ой-ой. Так, ребята, молодцы. Пас в никуда. Отлично. Держи. Ну, спасибо за то, что вернул. Так. Скорость. Скорость нужна. Хоть я и уставший, но... Бей. Фух. На последних минутах первого тайма все-таки смог забить гол. И то радует. Так, сейчас потянем время, да, судья? Чтобы сначала развести могли игроки соперника, а потом ты тоже свистнул. Ну ладно. Да, красиво, конечно. На стадионе, когда он полный. Так, ой-ой-ой. Ребята, не сдавайтесь, я вас верю. Ой, только затормозил, понадеялся. Ух, молочек.
Да, защита, конечно, в редких случаях, но иногда подводит. И, к счастью, этот случай не оказался. Точнее, этот момент не оказался одним из тех случаев, когда когда защитники нашей команды могли подвести. Да, немного заплетается. Да, конечно, извиняюсь опять же за это. Ну и зачем ты отошел от меня? Начал фигней какой-то страдать, игрок ты мой. Отбегать от мяча. Странно, это очень странно. Не знаю, захотелось просто пробить. Далеко. Вдруг бы повезло. И что это? Скажи мне, милость. Ну да, я тоже так люблю побить. Ну, ты слишком косой, друг, извини. Блин, меня заменили. Ну хоть что-то делал для команды. Надеюсь, они не просрут то, что я смог сделать. У нас 5 ударов поворота, из них 1 гол и у них 0. Ну из них, конечно, 0 голов. Да, хорошо, конечно. Для нас играют противники, но мы очень плохо. Статистика, конечно, очень плохая. 1 из 5 вырос просто, действительно. Так, давайте. Ой-ой-ой, все опасно. Ребята, сосредоточьтесь, все защиту. Фух. Пронесло, как говорится. На новый ходит. Вместо Солы. Ой, опасно, ребята. Давайте. Фух, получил вратарь. Радует. Хорошо играет, но когда опасные моменты, сильно уж, то он как-то редко спасает, к сожалению. Так, все, свисти. Фух. Поздравляю с победой в этом году. Так, точнее, с победой в последней игре в этом году. Так, и как там другие сыграли команды? Реал Мадрид победил 4-0 Хетафе. И Барселона 3-0 Сельта. Молодцы. Что еще сказать? Я до сих пор как вратарь. Так, и меня ждут новые бутсы. Давай только по-быстрому. Да. Жесть. Они мне не нужны. Совершенно. У меня есть и получше. Так, теперь главное, чтобы меня кто-то захотел купить, потому что сам я не буду проситься ни в какие клубы. Так, и что скажет хоть кто-то? Хорошая новость. Или хотя бы денег мне дайте, чтобы я нового агента себе купил. Так, 66. Руководство клуба Сосуна ясно дало понять, что они по-прежнему хотят заключить с тобой контракт, но и предлагают приличные деньги. На твоем месте я бы подождал предложение получше. Будь разумен в выборе. Ну, это понятно, да. Какого числа он там говорит. Я могу подождать. Так. И что тут? Где? Ага. Они мне годовой контракт хотят предложить. Крайний срок 20.01.2015. Ну, я подумаю, если хороших предложений не будет, то... Ой, ясное дело, я буду соглашаться на продление контракта. Но все-таки я надеюсь, что меня купят. Хороший клуб какой-то. Хоть я, конечно, и вывел хорошо таки на первое место клуб. Но все равно. И в Лиге чемпионов мы хорошо себя показали. До 1/8 дошли. И это, я думаю, не конец, если я, конечно, останусь в клубе. Так, и четвертьфинал у нас еще Кубка Испании, поэтому все пока идет замечательно, но оставаться, опять же, я не намерен в этом клубе. Ну, по крайней мере, возможно, еще на немножко, на вот этот сезон закончу, это максимум, насколько останусь в этом клубе. Ну, а на этом все, увидимся.